нарисуем. Что ты там нашла? Нарисуй снеговика. Пока Эрин будет делать свои новые задания снеговиком, я ее... Да, вот так аккуратненько врезай. Я пока тебе сделаю прическу. Вот этот бантик сегодня хороший? Тебе нравится? Да. Вот этим, да, заколем? Красивый? Пиндо? Да. Так, ну видно тебя. Все, успокоилась. Мы сейчас идем на улицу и хотела вам показать один лайфхак, который я увидела в ТикТоке. Мне маски, видите, большие. И вот так берете два пальца, заводите, перекручиваете, делаете вот такую штуку. И вот так затягиваете. Еще раз показать. Два пальца засовываете. Перекручиваете, делаете. Как это называется? Такой кружок. И потом вытягиваете. И вот так получается. Ее можно сразу же распустить, если не получилось. Еще раз. Вот так и вот так. Вот. И смотрите, совершенно другое дело. Ла-ла-ла. Ты тоже так умеешь делать? Все, мы пошли дедушку встречать. Будем брать рульку. Вот ее здесь сегодня варили. И она, конечно, выглядит... аппетитно для тех, кто любит рульку. Какую ты выбираешь себе заколочку? Тебе все нравятся? Или уже дедушка печенье купил? У меня уже полные руки покупок вкусных-вкусных. Менять книги, потому что у нас, я же рассказывала уже, что с Эрин была такая традиция, мы каждый день после сада ходили и брали книги в библиотеке. И если этого не делать, можно сойти с ума, потому что, допустим, вчерашняя книга про какао, мы ее читали не один раз, раз 10. Поэтому
может, Эрин не надоедает, но тому, кто читает и рассказывает, очень даже. Поэтому мне приходится менять книги довольно-таки часто. Поэтому возьму на выходные что-то новое. Здесь скромно. Очень много книг присылают, которые они еще не зарегистрировали. Я беру вот эту вот серию, потому что здесь практически все переводы, которые можно найти в интернете. Ты снеговика будешь рисовать? Нет, просто рисовать. Если хочешь, я тебе могу показать, как снеговика рисовать. Хочешь? Да? Смотри, у нас есть много разных снеговиков. Какой тебе больше всего нравится? Вот это нравится? Да. Есть еще вот такой снеговик. И вот такой, и вот такие есть. Какой тебе нравится? Где-то. Все нравятся? Да. Но нам нужно одного. Вот этого будем рисовать? Иго. Всех будем рисовать? Хорошо, выбирай карандаш, каким ты будешь рисовать. Пинка. Вот этим? Пинка. Хорошо, рисуй большой круг. Это сильно большой. Хорошо, рисуй внутри маленький круг. Это сильно маленький. Смотри, Эрин. Ну, вот так маленькая. Да, сильно маленький. Давай попробуем вот такой вот величины. Вот где-то такой. Получится у тебя нарисовать? Это что у тебя? Рука. Рука? Да. Рука. Это что? Тай. Нога? Да. А его ногу я. Да. Ко. Нос. Агуэта. Да? Молодец. А похоже на снеговика? Да. Похоже на снеговика? Хорошо. Маму. Где мама глаза? Маму Кая. Мамука. Это мама нос, это мама рот. А уши где? А волосы где у нас? Ой. На сегодня. Книжка про Рождество. Ты показывать будешь? Называется «Спасибо, звездочка». Давай вот так положим. Была ночь перед Рождеством. Из коробки показался колокольчик. И олененок, и снеговик. Они ждали целый год, чтобы... И даже две снежинки. Они ждали целый год, чтобы украшать и радовать на елочке. Осталась очередь звездочки. Друзья заглянули в коробочку. Где же звездочка? Наверное, еще спит. Говорит, просыпайся, звездочка. Твое время украшать самую-самую красивую веточку на елке наверху. Потом пришел кот. Подожди, а что со звездочкой стало? Даже ей лестницу поставили, чтобы она спустилась. Видишь, это коробка такая, в которой хранились все-все-все новогодние игрушки. Так, котик проснулся. И что случилось с котиком? У него, смотри, колокольчик такой на шее. Что случилось с котиком? Котик, смотри, что так шумно? Кто здесь что делает? Ушел. Никто с ним не захотел играть, ни колокольчик, никто. И он ушел, кот. Ма. Да.
И вот все-все игрушки собрались, и что они сделали? Ма? Звездочка куда-то убежала. Куда же она убежала, эта звездочка? И все игрушки выглянули в окно. Мамуга на лаванде. Ангелочек говорит, смотрите, так вот же наша звездочка светит ярко в небе. Ангелочек говорит, я полечу к звездочке и скажу, чтобы она на один день, всего лишь на Рождество, спустилась к нам и украсила нашу красивую елочку. Вау! Вот она, звездочка, которую так ждали все игрушки. Красивая елочка получилась. Кого ты видишь на елочке? Это ангелочек. Какая тебе игрушка больше всего нравится? Потами. Ангелочек и олененок? Еще бантики красивые есть. И красный шарик. Целую. Спокойной ночи. Увидимся завтра. Пока-пока. Пока-пока.